Центр полиязычного развития «Яслисад номер 6» отметил свое 45-летие. На праздник были приглашены участники школ мудрости. Дедушки, бабушки, родители, а также сотрудники детского сада, внесшие большой вклад в воспитание подрастающего поколения. К юбилею коллектив дошкольного учреждения и воспитанники пришли с огромными достижениями. В прошлом году наша организация образования получила грант Акима области в 50 миллионов тенге как лучшая организация образования 2023 года. Наши педагоги активными участниками являются областных, республиканских конкурсов. Так, уже второй год подряд наши методисты занимают призовые места в области и выходят на республику. Наши дети являются активными участниками творческих конкурсов, интеллектуальных. Так, в конкурсе «Булдыршын» мы занимаем регулярно первые места и гран-при. Наши дети – активные участники конкурсов «Саулитай» городского уровня. «Акко Гершин» – дети СОУП у нас участвуют и также получают призовые места. То есть мы гордимся своими достижениями и рады тому, что к этому красивому юбилею мы подошли с такими результатами. Среди почетных гостей, присутствовавших на юбилее, руководитель Центра международных программ города Астана Алия Успанова. Я приехала на ваш праздник специально из города Астана. Искренне поздравляю вас с 45-летним юбилеем. Я очень много слышала о достижениях вашего центра от руководителя детского сада Айгуль Кудайбергеновны, которая является магистрантом Академии управления президента Республики Казахстан, которую я возглавляю. Желаю процветания и дальнейшего развития вашему центру. С поздравительной речью выступили и почетные гости праздника: заместитель акима города Экибастуз Бибигули Мангалиева, председатель городского маслихата Нияз Макраев, депутат Павлодарского областного маслихата Сирикс Адвокасов. Руководитель отдела образования города Лаура Дисюпова отметила множественные достижения дошкольного учреждения и провела церемонию награждения коллектива центра. Мақұлбаева Айгүль Құдайбергеновна, номері 6-шы көптілікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы басшысының міндетін атқарушы. Ахметова Жанасыл Кайсановна, номері 6-шы көптілікті дамыту орталығы сәбилер бақшасының қазақ тілі пәні оқытушысы. Аспанова Бағлан Камшыбаевна, номері 6-шы көптілікті дамыту орталығы сәбилер бақшасының тәрбиешісі. Аубакирова Ботагоз Жумкеновна, номері 6-шы көптілікті дамыту орталығы сәбилер бақшасының әдіскері. От имени родителей, коллективу педагогов и воспитателей благодарность выразила Еркеназ Ершатқызы. Пожелала дальнейшего процветания яслисаду. В Центре полиязычного развития номер 6 сегодня воспитываются 200 детей. Преподают детям 27 педагогов, из них 12 воспитателей. Главные ценности, которым следуют в детском саду, это любовь и забота о детях, а также преемственность поколений. Коллектив планирует продолжать развивать свою образовательную миссию, закладывая прочный фундамент знаний и добра для своих воспитанников. Жастандар, ерте жастан өмір терді отлап жар.